Гусев – распространенная русская фамилия. В списке общерусских фамилий занимает 33 место. Образована от мирского имени «гусь». В русских деревнях часто называли детей птичьими именами. Птицеводством занимались повсеместно. Прозвище «гусятник» встречается и в словаре «Даля». Так называли гусиного пастуха. Гусев Сергей Иванович, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Родился 28 августа 1918 года в Липецке в семье рабочего. В 16 лет стал работать на заводе «Свободный сокол», позже на станкостроительном заводе. Сергей Гусев был передовиком производства. С началом Великой Отечественной оставил мечту стать инженером и стал проситься на фронт. Отпустили его не сразу. Только в октябре 1941 года Сергей получил боевое крещение под Ленинградом. Он освобождал Донбасс, Таганрог, Николаев, форсировал Днепр, изгонял фашистов из Белоруссии и Литвы. В своей последней наступательной операции 13 января 1945 года в Восточной Пруссии в районе города Гумбинин Сергей заменил раненого командира и взял командование на себя. Он внушил бойцам, что это сражение генеральное и победа близка. Однако сам капитан победы не увидел. Сергей Гусев умер от тяжелых ранений, полученных в бою. Войска задание командира выполнили. Взяли важный пункт на Кёнигсбергском направлении, город Гумбинин. В 1946-м его переименовали в город Гусев. В память о герое установили памятник. В Липецке на мемориальном комплексе на площади героев находится портрет Гусева. Его имя носит одна из улиц города.